Ахан, на что вы будете обращать особое внимание при выборе талантливых детей? Конечно, работы. Прежде всего, работы. То есть, если он принесет мне какой-то там этюд, записанный на видео, или, скажем, какую-то песню на диске, да, естественно, только ссылка на работу. То есть, мы смотрим работу и уже оцениваем. Ахан, скажите, пожалуйста, какие качества важны для ребенка для того, чтобы развить свой талант? Ну, обычно, в общем-то, на мой взгляд, талантливый ребенок, его видно уже. И, скажем, если он там в области искусства, если он поет, допустим, да, то, безусловно, это надо, чтобы ребенок спел свою эту любимую песню. Это надо записать и показать, наверное, вот, ну, людям, в частности, нам. Я надеюсь, что если человек яркий и действительно обладает настоящим талантом, да, то он не останется незамеченным. Его в любом случае возьмут в кино, возьмут в какую-нибудь группу, либо организуют группу. В любом случае это произойдет. Единственное, конечно, да, вот тот талант, который он обладает, если его вовремя раскрыть и доказать обществу, доказать там коллегам, друзьям, представителям шоу-бизнеса, что он тогда да. Что, по-вашему, мешает развитию таланта? Знаете, как, на мой взгляд, то есть родитель, конечно, должен уделять внимание ребенку. Скажем, вот этот вот быт, бытовуха, да, в плохом понимании этого слова, она может отвлечь родителя от ребенка, и ты даже не заметишь, что твой ребенок действительно талантлив. Талантлив такой, что в него надо сейчас быстро-быстро вкладывать какие-то средства, как-то развивать этот талант, чтобы он действительно потом, ну, вырос в большой, уже в большого артиста, в большого деятеля искусства, допустим. Поэтому уделение внимания, конечно, это очень важно, чтобы родитель уделял внимание. Ваше мнение о необходимости программы АЛЕМ поддержки детей и молодежи? Очень приятно, что нашлись люди и такой фонд, который действительно вкладывает, инвестирует, ну, я скажу, не побоюсь этого слова, в будущее нашей страны, да? И не просто какая-то помощь, а именно, что вот развить, увидеть талант в человеке, в ребенке, и потом помочь, вкладывая какие-то средства, развить этот талант, это большое дело, это огромное дело, огромная миссия. И в этом случае это действительно это будущее нашей страны, это завтрашний наш день. Это представители, яркие представители нашей страны на мировой арене, да? Супер! Ага, несколько слов пожеланий талантливым детям, пожалуйста. Знаете, да, безусловно. В принципе, на мой взгляд, каждый человек талантлив в какой-то сфере. Просто он, может быть, не углядел, не разглядел пока, не раскрыл этот талант, да? И у меня такое, как бы, пожелание, конечно, безусловно, не убить этот талант, вовремя разглядеть его и прийти в фонд.